Автопатруль. Привет, Фанни. Какой у тебя тяжелый груз? Ты уверена, что пересекать мост безопасно? Он может быть непрочным, Фанни. Ой-ой, похоже, груз все-таки оказался слишком тяжелым для этого моста, и теперь Фанни застряла. Пожалуй, стоит позвать Мэтта и Фрэнка на помощь. Эй, ребята, вам нужно поехать к мосту. Он обрушился, когда автоплатформа Фанни пыталась провести через него свой тяжелый груз, и теперь она застряла. И подъемный кран Чарли тоже не может проехать через мост. Не волнуйся, Фанни, Мэтт и Фрэнк уже здесь. Похоже, у них есть план, как спасти тебя. Вы собираетесь использовать крюки и попытаетесь вытянуть Фанни со сломанного моста. Осталось немного, и ты будешь в порядке, Фанни. О нет, кажется, Фанни слишком тяжелая для Мэтта и Фрэнка. У тебя есть идея, Фрэнк? Ну, конечно. Нужно убрать несколько тяжелых вещей, которые перевозит Фанни, а затем попытаться вытянуть ее с моста еще раз. Но как это сделать? Хорошая мысль. Ты сможешь нам помочь, Чарли? Потихонечку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Это должно облегчить работу Мэтта и Фрэнка по вызволению Фанни с разрушенного моста. Сработало! Вы спасли Фанни! Но Чарли все еще не может проехать. Погодите минутку. Может быть, вы сможете использовать материалы, которые перевозила Фанни, чтобы построить новый мост? Чарли, как думаешь, сможешь это сделать? Погоди, Чарли. Сначала нужно положить эти блоки на место. Все верно. Сначала поставь эти блоки. Теперь пора положить металлические листы поверх блоков.
Отличная работа, Чарли! Ты сделал новый мост! Хорошо сработано, друзья! Все в безопасности! И теперь здесь есть новый мост, пока старый не починили! До новых встреч, друзья! Скоро увидимся! Здесь Сьюзи! Похоже, она наслаждается прогулкой по лесной дороге! О, нет! Ветер свалил дерево! Сьюзи, ты ранена? По-моему, это дерево упало на твой кузов. Надо отвезти тебя в больницу и убрать с тебя этот ствол. Давай позовем автопатруль. Эй, Фрэнк, слушай, Сьюзи в беде. Ей нужна твоя помощь. Мэтт, ты можешь найти Эмбер? Фрэнк, поехали со мной. Давайте, ребята, в путь! Смотри, Сьюзи, Мэтт и Фрэнк приехали тебе на помощь! Спасибо, Фрэнк. Давайте теперь подождем Эмбер. Не волнуйся, Сьюзи. Мэтт отправился за Эмбер скорой помощью. А вот и она! Привет, Эмбер! Спасибо, что приехала. Загорелся зеленый, теперь можешь заехать внутрь, Сьюзи. Вот так, осторожно, заезжай внутрь машины скорой помощи. Отлично, мы приехали в больницу. Бедняжка Сьюзи, твоя голова, должно быть, сильно болит. Но Эмбер позаботится о тебе. Думаю, нам нужно сначала прочистить рану, да, Эмбер? Готова, Сьюзи? Закрывай глаза. Все хорошо, Сьюзи. Сейчас Эмбер возьмет вату, и скоро ты будешь сухая и чистая. Ой, тебе щекотно, Сьюзи. А теперь приклеим пластырь. Вот так, все перевязано. Ну что, Сьюзи, тебе уже лучше? Тогда, думаю, ты готова ехать. Сьюзи все равно не выглядит счастливой, не так ли, Эмбер? Давайте сделаем так, чтобы Сьюзи снова улыбалась.
Хорошо, посмотрим, что мы можем найти. В автомобильном городе должен быть кто-то, кто сможет нам помочь. Смотри, Эмбер, это Мэтт, полицейский, и у него воздушные шары! Похоже, Мэтт отдает воздушные шары Эмбер. Спасибо, Мэтт! Они для Сьюзи? У Эмбер есть кое-что еще для тебя, Сьюзи. Не волнуйся, на этот раз это не вода, чтобы обрызгать тебя. Ты можешь открывать глаза. Здорово видеть твою улыбку снова, Сьюзи. Отличная работа, Эмбер. Нашей скорой помощи пора возвращаться в госпиталь. До встречи, Эмбер, и спасибо тебе большое за помощь. Смотрите, какие Джерри выделывает виражи вокруг озера. Наверное, он тренируется для завтрашней большой гонки. Привет, Джерри. Уже темнеет. Ты собираешься отдохнуть? Даже не верится, что Джерри тренировался для гонки всю ночь. Джерри, тебе в самом деле нужно отдохнуть. Иначе может случиться авария. Кажется, тебе нужно помочь выбраться из грязи, Джерри. Интересно, чем сейчас заняты Мэтт и Фрэнк? Привет, ребята! Джерри, нужна ваша помощь. Он застрял в грязи у озера. Вы правы, он участвует в гонке сегодня в полдень, но я не уверен, что он сможет соревноваться. Вы поможете? Отлично! Джерри никак не выбраться самому. Кажется, слышно, как идут работы на гоночной трассе поблизости. Джерри повезет, если он выберется из грязи вовремя к гонке. Есть идеи, Мэтт? Конечно! Эвакуатор Том сможет вытащить его! Он работает на гоночной трассе! Поехали, найдем его! А вот и Том. Будем надеяться, Мэтт сможет уговорить его поехать помочь Джерри. Куда Фрэнк запропастился? Получилось договориться с Томом? Мне кажется, у Фрэнка есть другая идея. Конечно, озеро не так далеко от трассы. Может быть, кран по имени Чарли сможет поднять его из грязи и принести прямо сюда. Замечательно! Кажется, Чарли готов выручить нас. Эй, Джерри! Мэтт и Фрэнк позвали крана Чарли, чтобы он достал тебя из грязи. Thank you.
А теперь нужно доставить Джерри на гоночную трассу. У нас есть еще немного времени до старта гонки. Давай отмоем и подготовим тебя как следует. Замечательно! Осталось поменять покрышки. Интересно, Том свободен сейчас? Оу, по-моему, Мэтт снова в деле. И на этот раз Том сможет помочь тебе. Время на исходе. Давайте поставим Джерри новые колеса. Чарли снова выручит нас. Скорее, давайте же установим новые колеса. Отлично! Как раз к началу гонки. Гонка началась. И, похоже, Джерри готов победить. Может, это и к лучшему, что он застрял в грязи и немного отдохнул. Ура! Он победил! У него получилось! Он пришел первым! Вау, ты сделал это! А всего несколько часов назад ты был в грязи! И все благодаря этим ребятам! Отличная командная работа, друзья! Скоро увидимся снова! Привет, Трой! Чудесный денек, не правда ли? До следующей станции долгий путь, Трой. Ой, ты видишь это, Трой? Тормози, Трой, впереди опасность! Ох, отлично, Трой. Это было очень страшно. Что случилось, Трой? Ты о чем-то беспокоишься? А, тебе нужно добраться до следующей станции и привезти материалы Тому? Не волнуйся. Дай мне найти Мэтта, полицейскую машину, и пожарную машину Фрэнка. Они смогут помочь тебе справиться с этим препятствием. Эй, Мэтт! Эй, Фрэнк! Поезду Трою необходима ваша помощь. Нужно ехать немедленно. Следуйте за мной. Сюда, друзья, сквозь тоннель. Мэтт, Фрэнк, ну что, видите Троя? Эй, Трой! Фрэнк и Мэтт приехали тебе помочь. Так, что же нам делать с этим камнем? Трою нужно добраться на следующую станцию.
Этот камень слишком тяжелый для тебя, Мэтт. О, Фрэнк, кажется, он слишком тяжелый и для тебя тоже. Что ты задумал, Мэтт? Точно, здесь неподалеку стройка. Думаю, там нам помогут. И что же, нам стоит катить камень до стройки? Какие еще идеи, друзья? Что там, Мэтт? Что ты собираешься делать с этим покрывалом? Отличная идея, Мэтт. Давай используем покрывало вместе с тросами, чтобы оттащить камень. Прекрасно! Давайте, ребята, почти приехали! Ну вот мы и на стройке. А вот экран Чарли. Давайте его позовем. Эй, Чарли, мы здесь! Мэтту, Фрэнку и Трою нужна твоя помощь. Этот камень заблокировал путь, Трою. Ты нам поможешь? Вау, Чарли, ты такой сильный! Отлично сработано! Путь свободен, друзья! Спасибо за помощь, Чарли! Трой, тебе пора ехать! Пока! Отличная работа, Мэтт и Фрэнк! И ты молодец, Чарли. Мы не смогли бы справиться без тебя. Пока, Мэтт. Пока, Фрэнк. Скоро увидимся снова, друзья. Привет, Бен. Ты сегодня такой бодрый. Куда ты едешь? Осторожно, Бен! О, нет, Бен! Ты в порядке? Подожди, я вызову автопатруль. А вот и Мэтт. Давайте его позовем. Мэтт! Мэтт! Погоди! Бену нужна помощь! Он застрял на мосту! Мэтт, куда ты едешь? Мост в правой стороне. А, ты позовешь на помощь Фрэнка. Отличная идея. Не волнуйся, Бен. Мэтт и Фрэнк вмиг вытащат тебя из этой ямы. Кажется, путь преградили эти камни. О, да! Отличная идея! Позовем бульдозера Билли. Он расчистит путь для нас. Билли, Билли, Мэтту и Фрэнку нужна твоя помощь, чтобы спасти Бена трактора. Поехали! Так, Билли, давай-ка расчистим путь.
Отлично, Билли! Большое тебе спасибо! Итак, друзья, вперед! Хорошая идея, Мэтт, но кажется, Бен слишком тяжелый для тебя. Что ты делаешь, Фрэнк? Осторожно, не задень Бена. Оу, отличная идея, Фрэнк. Давай, Мэтт, давай, Фрэнк. Почти получилось. Да. Прекрасная работа! В следующий раз смотри внимательно, куда едешь, Бен. Привет, Мэтт! Привет, Фрэнк! Как у вас дела, ребята? Фрэнк, Мэтт, вы видите те стены? И кто это их так исписал? Ты прав, Мэтт, это недопустимо. Мы должны поймать преступника. Мэтт, Фрэнк, вы заметили это? Еще больше изрисованных стен. Ты прав, Фрэнк, эти каракули выглядят очень похожи друг на друга. Поехали поймаем преступника по горячим следам. На этой улице никого. Давайте проверим на следующий. Смотрите, ребята! Мне кажется, мы его нашли! Колеса вверх! Вы арестованы за... Ой, извини, Гарри. Мы думали, это ты нарисовал те каракули на стенах. Так, давайте теперь найдем реального преступника. Ничего подозрительного здесь. Здесь тоже ничего. Привет, Люси. Да, мы знаем. Ты тоже видела эти каракули на стенах? Ладно, мы пытаемся найти виновника. Будь осторожна. Пока. Смотрите, что это бульдозер Билли здесь делает? Ну и ну, мы нашли нашего преступника. Остановись, Билли, мы знаем, что это ты изрисовал стены города. Извини, Билли, я думаю, мы ошиблись. Кажется, ты занят чем-то другим. Пожалуйста, прими наши извинения, Билли. Мы поедем искать настоящего преступника. Пока.
Нам надо быть внимательными в следующий раз. Вы правы, Мэтт Фрэнк. Мы не можем ездить и обвинять невинных. Это несправедливо. Я знаю, еще слишком рано судить, но то, что Тайлер стоит около частично разрисованного полицейского участка, выглядит очень подозрительным. Так, ребята, что думаете? Стоит его арестовать? Колеса вверх, Тайлер! Стоять! Мы знали, что ты сомнительная личность, а теперь у нас есть доказательства. Попался! Ой, Тайлер убегает! Лови его, Мэтт! Быстрее, быстрее, Мэтт! Я знаю, Мэтт, Тайлер едет слишком быстро! Правильно! Давайте позовем вертолета по имени Гектор! Привет, Гектор! Нам нужна твоя помощь в поимке Тайлера! Поторапливайся! Тайлер едет очень быстро! Тебе нужно удвоить скорость, Гектор! Давай, Гектор, еще быстрее! Не дай ему уйти! Грандиозно! Так держать, Гектор! Лови его! Идеально сработано, Гектор! Отличная работа! Огромное тебе спасибо, Гектор! Без твоей помощи мы бы никак не поймали Тайлера! Пока! Увидимся! Пора возместить ущерб, Тайлер. Это научит тебя бережно относиться к городу в следующий раз. Молодец, Мэтт. Молодец, Фрэнк. Еще увидимся, друзья. Пока.